Всем хайшки, с вами Александр, это канал Аймбот, и у нас игра Age of Magic. Думал на днях, что же вам записать по этой игре. Думал и ничего не придумал. Ты представляешь, ничего я не придумал. Поэтому сегодня пойдем сражаться там, где я остановился, попытаемся пройти куда-то дальше, и будут сегодня сражения. Поэтому, если это тебе интересно, welcome на просмотр видосика. Значит, у нас вот есть накопленная энергия. И мы тратим свои вот эти вот сферки. Сферки тратим, получаем ништякосы, ни одного фрагмента вот этого вот персонажа, потому что стал я его качать. Вот, стал я его тоже качать, потому что он оказался очень хорош. Поэтому, если ты еще не качаешь его, качай этого гнома Плута. По-моему, так. Ну, он точно Плута, а вот насчет гнома я не уверен, если честно. Значит, получили мы, выполнили задание, получили мы ништякосики, получили мы экспишечку. Вот, также мы пойдем сейчас в рынок, конечно же, давайте все поэтапно. Накопил я эночки, 1153, поэтому сейчас будем тратить. Не все, конечно же, будем тратить, потому что и все это очень долго. Это будет очень большое видео. Это будет очень-очень длинное большое видео, от которого ты устанешь, от которого устану я и ты. Вместе мы устанем от видео, поэтому нам ни к чему такое видео. Даже не думай. Я говорю, даже не думай об этом. Вот. Все. Хорошо, значит, давайте отправимся куда? А давайте отправимся там, где мы сможем пройти. Давайте начнем с темной кампании, потому что темную кампанию я прошел все-таки, наверное, меньше. Хотя не факт. Значит, давайте отправимся сюда. Вроде все проходит у нас на 3 звезды. И будем, я не знаю, что такое. Помни о смерти. Вот ролики, я не знаю, будем, не будем смотреть. А вот вас, дорогие ребятки, особенно те, кто добавился в друзья, я, скорее всего, буду вас звать на подмогу. Значит, возьмем кого? Нам желательно, чтобы еще пройти на все звезды, на 3 звездочки. Поэтому, я думаю, стоит взять кого-то очень сильного, потому что буду я вас брать, и буду брать я с собой 40+, плюс мне нужны ребятки, потому что, 64. Вот это вообще пойдет, вот это вообще нормас. Значит, 40+, у нас вот есть 41, 38, 46, давайте возьмем кого-нибудь, давайте Торка возьмем. Торка. Кровавого жильца возьмем. Не совсем Торок, но окей. Что у меня здесь? А почему здесь-то Торок у меня находится? Каким ты боком? Торок, чё попутал? Ты зачем сюда пришел? Давай-ка ты сюда. Ты долой. Ты вообще здесь ни почём. Ни о чем и ни почём. Погоди, а где мой хил? А вот он, Кабальдун. Да что ж ты сделал? Так, Кабальдун, ты что-то меня путаешь? Что ты меня пугаешь? Так, значит, давайте так вот сделаем. Вот так. И давайте вот так сделаем. Давайте, раз сделаем вот так, сделаем сейчас по красоте. Попробуем пройтись вот этой бандой-командой. С помощью еще вот этого жреца, да? Мертвого жреца, вот этого скелета. Он нам поможет. Вот, давайте сделаем так, чтобы давать благодарность тем людям, которые добавились ко мне в друзья, и в то же время пользоваться им персонажем, я буду говорить их ники. Ну, хотя ты об этом тоже сможешь сам прочесть, но, к сожалению, я сейчас только не взглянул, и, бро, дружище, если ты смотришь видеоролик, прям, сори, что я не назвал тебя. Ну, попытаемся сейчас на это дело сделать. Значит, у нас есть вот такая видашка. Давайте, я не знаю, смотрим ее или что так. Можно, конечно, посмотреть ее. Я не буду читать диалоги. Давайте быстренько взглянем на это. Вот просто здесь нас арахниды атакуют. И, в принципе, вот. И, в принципе, сама боевочка, к которой мы торопились и шли. У нас 3 волны против нас, поэтому мы сейчас просто берем и всех бьем. О, да мы реально можем. Так, ладно, короче, они скрылись. Ну-ка ж они... Вот такие вот никчемные. Окей, значит, быстренько сейчас мы надамажим вот эту всю банду. Так, что такое? Что ты не бьешь, что ты мне высвечиваешь? А можно вот сюда? Вот, да, вот сюда вот. Жрец-жнец. Давай-ка. Да что же это какой-то пипец? Оу, полегче. Что же вы так больно-таки бьете? У меня вот такая собралась команда орков. Да, я качаю орков. Я пытаюсь получить когда-нибудь вот этого енота, которого мне очень охота. Вот, поэтому я качаю банду орков. Если тебе нужны орки в команду, то
подсоединяйся. У меня их много. Окей, значит, что у нас? Давайте, нет, давайте вот, то, вот не будем трогать, тот какой-то более танкующий, по-моему, а вот эти вот типа маги. Поэтому сейчас мы сперва сольем магов, а с остальным потом уже разберемся. Так, нам бы желательно бы еще сделать подхильчик. Так, а почему я не сделал подхильчик? Кто мне об этом скажет? Давайте сделаем хотя бы вот такой подхильчик. Вот этот товарищ у меня на главной аватарочке. И он умеет подхиливать. Подхиливать своих ребят-орков. Вот, смотри сейчас, если пойдет вот этот вот наш Плута, то он сейчас подхилится. Ну или вообще кто-то, если бы был надамажен. Значит, бьем хила прежде всего. Давайте сделаем, включим уворотики, потому что уворотики нам нужны. Уворотики важны, нас будут меньше бить. А мы давайте надо еще хильнемся. Вот сейчас, в принципе, еще дохилится. Шныг. Шныг, а ты что не дохиливаешься-то? Я говорю, ты дохилишься. Что за ерунда была? Он не дохилился из-за того, что, походу, я сказал, что он дохилится. Ладно. Значит, а давайте быстренько. Ой, какой он толстый. Не, давай-ка. Не, блин. А на нем еще все понятно. Блин, какой же он собака толстый. Он толстый, реально, я не хочу с ним бодаться. Ой, какой он. Его на последнюю очередь надо просто оставлять, потому что он, блин, реально толстый. Пока ты его бьешь, может вся команда уже загнуться и свернуться, и будет просто жесть какая-то. Мои орки не настолько такие толстые, как вот эти вот гномы. Гномы, они вообще толстостены, толстошкурые, блин, их пилить-то. Мне кажется, они прям вообще будут заходить на ура. Мне и советовали их, на самом деле, качать, но я как-то все пытаюсь пройти енота. И никак не получается. Извиняюсь, не знаю, куда-то у меня голос пропал, поэтому пришлось вот так вот немножко убрать все это дело. Мог, конечно, спеть еще песенку какую-то, но я думаю, так как после того, как мне медведь на ухо наступил, я думаю, тебе не очень будет так хорошо слышно. Не будешь восторг, короче, от этого. Поэтому я тебе не пою песни, вообще никаким образом тебе не пою песни. Также вот еще видео, окей. Сегодня, походу, мы будем проходить темную кампанию, получать вот эти всякие ништякосики, фрагменты, да и вообще открывать локации на троечку, на три звезды зачищать, потому что мы уже подкачали силушки богатырской, мы уже можем пойти и навалять всем противников в округе, то есть, ну, по крайней мере, поблизости в округе, не там где-то глубоко и далеко. Вот, ну вот, что мы и сделали. Плюс мне помогает команда тех ребят, которые со мной дружат, да, здесь, и, в принципе, вот. Значит, у нас темная компания. 40+, смотрим, кто у нас 40+, кому сказать спасибочки, кому сказать. Давайте возьмем Торака все-таки. Торака в 3,653 мощи. Димон, тебе спасибо, ты идешь со мной. Ты сегодня, бро, дружище, идешь со мной. Идешь помогать мне зачищать все это. Зачищать, помогать и на три звезды воевать. Вот как-то вот так. Age of Magic игра. Если ты не знаешь, что за эта игра. Это игра Age of Magic. Поэтому зайди и установи эту игру себе. Вот. Очень красочная, хорошая, классная игра. Вот. Будем играть вместе. Ты добавишься, прокачаешься, обгонишь меня и добавишься в друзья. И я буду с помощью тебя проходить всякие сложные локации, да. Вот как-то вот так вот. Значит, у нас побитые враги, хилы. Не знаю, почему-то она лежит. Надо все это дело читать, но я не хочу это дело читать. Значит, у нас противнички, давайте сюда бить. Бить сюда, бить туда, бить везде. Да что ж такое, Горло, вернись ко мне, пожалуйста. Не надо вот мне об этом, вот вообще никак не надо. Куда мы атакуем? В этого толстого? Ну, окей. Он толстый, он сильный, он жирный, блин, он... Ну, реально он... Ну, хотя не такой, как гном. Гном это вообще дубасили очень долго. А арахниды, они не такие прочные все-таки. Ребята, они вот такие. Воу, полегче. Стоп. Что не так? Давай, блин. Подхил, срочно подхил. Я не заметил, как мне моего хива демона выносят. Это ж вообще никуда не годится. Это вообще никакие ворота, воротенечки, никуда. Окей, давайте быстренько сольем банду вот этих вот никчемных, блин. Ну, больнючих. Так, давай-ка ворота. Сразу врубаем у ворота, иначе просто будет потом уже поздно. Потом я вообще ничего не сделаю. Ну, хотя они что-то не особо как-то работают. Вот, ну да ладно. Пусть будет так.
Хотя бы пусть будет так. Камешек полетел. Окей, окей, окей. Все. Минус. А, минус это хорошо. Так, что у нас? Кто у нас? Где у нас Торак? Торак, хорошо, Торак. С нами, Торак, с нами. Демон, демон, демон. Я помню тебя. Давай, помогай прям как можешь. Так, Хила против нас. Ты что встала-то, женщина? Ты зачем на нас напала? Что за бред? А, больно-то как? Вау. Окей. Блин, а какие у ворота? Ну а чё? Мне не надо у ворота. Ну прошу, у меня сейчас хил помрёт. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Оооо, ещё и провокация туда. Ооо, ещё и плут спрятался. Хила. Хила спряталась. Это жесть какая-то. Сейчас она, походу, надамажит нам. Я не знаю, стоит ли сейчас мне... Блин... Не стоит. Блин, живи, живи, хил, живи. Если ты выживешь, это будет что-то, это будет чем-то. Так, давай-ка сюда. Да, правильно стоит. Давайте туда атаковать. Главное, чтобы сейчас выжили. Выжили. Так, минус ты, давай. Минус ты, минус ты. Так, и остается. О, отлично, отлично. Атака не туда пошла. Окейушки. Окейушки. Теперь можно смело. Давайте прям вот сейчас заюзаем хил. Полностью восстановимся. И все. И противника сейчас мы быстро-быстро сливать будем. По полной. Вот так вот. Все, отлично, отлично, все, можно сказать, победа за нами, трехзвездочная победа за нами, потому что там реально, реально спасибо Димону, только он надамажил сколько, о, много. Значит, у нас вот наградка подкатила. Походу, мы сегодня будем проходить только темную компанию. Окей. Темные команды, темные компании. Мы будем проходить. А у нас Age of Magic. Игра Age of Magic. Она намекает, что игра это Age of Magic называется. Значит, идем далее. Все так же зачищаем, смотрим, бьемся. Давайте, наверное, еще парочку боев сделаем. На сегодня все, потому что я компанию, ребятки, без вас почему-то вообще никак не могу пройти. И ну, я ее не прохожу. Значит, 40+. Кто у нас есть мощных? Давайте самых двух ребят, самых мощных. Так, 46, 64. Так, Джаг. Это хорошо, он 46, блин. А давайте возьмем Джага. Ну, пусть будет. Да что ж, Горова, давай вернись. Давай все без этого. А, значит, и ставим вот тебя. Окей, вот такой команды. Поедем, блин. Я не посмотрел, кто с нами воюет. А, опять, да что ж ты будешь делать-то? А, ребятки, вот, ну, я думаю, вы прочли. Простите. Я как-нибудь это, себя введу в нормальное состояние, чтобы, ну, вспоминать, кого я беру. Потому что я на автоматике беру и забываю вам сказать спасибо, ребятки. В любом случае, всем спасибо, кто добавился ко мне. Кого я взял, кого не взял. Потому что в любом случае вы, возможно, когда-то мне помогали. Хотя, допустим, сейчас уже не играете и, возможно, стали менее прокачаны. Но я пользовался вашей помощью. В любом случае, вам спасибо. И простите меня, кого я еще не назвал по имени сегодня, кого я взял и не назвал. Представляешь, что я сделал? Я взял в помощь товарища и не сказал, как его зовут. Это печалька, ребятки. Это очень печальная печалька. Вот. Но у нас противники арахноиды, поэтому мы сейчас бьем их. Арахниды или как они там. Бьем их. Что можно сказать? Бьем. Пробиваемся. Пробиваемся сквозь полчища. Всяких разных мобов, монстров. Вот, страшных, не страшных, обидных, безобидных, хотя тут, в принципе, все обидные, безобидных тут нет, потому что безобидные на нас не нападают, только нападают все агрессивные. Ой, и что с этим делать? С этим делать я не знаю, что. Сегодня пишу я уже не первое видео, вот это, я не знаю. В первом видео все с голосом в порядке было. Сейчас что-то какая-то ерунда. Уже, наверное, все начинает горлышко говорить спасибо, но я уже наговорилась. Вот, поэтому как-то вот так и происходит. Здесь у нас арбалетчики, гномы. Вы не попутали, вы каким боком-то с этой командой-то, с арахноидами? Ну окей, ладно. Нам без разницы кого сливать, хотя гномы, они собаки такие очень толстые. Видите, сколько я его атакую, чтобы его просто атаковать. Давай-ка сделаем уворот. Уворот это хорошо. Так, третий. Ага, то есть вот так. Ну, пофиг, давайте третий. Ой, как мало мы атаковали.
Это ж просто вообще отвратно. О, вот этого я понимаю. Нормас, вот это я понимаю. Так, подхил, 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 ребята, подхил. Так, давай-ка сильный вот этот ударчик используем. А минус один арахнит. И сейчас мы еще вот этого тоже сольем, потому что не хочу. А потом мы еще будем вот этих гномов толстых бить. Толстых гномов будем бить и будем их проходить, да? Но именно вот так вот. Так, у нас третья волна. Хорошо, третья волна. Я думаю, стоит полностью подхилиться. Почему бы и нет? Очень большой, хороший подхил был. Так, давайте-ка понеслась. Понеслась избивание гномов. Гномы, получайте в щи. И отправляйтесь в люльку спать, конечно же. Вот так вот, минус один. И минус, давайте, третий скилл, конечно же. Он куда-то плюнул не туда. Ну да ладно. Окей. Плюнул туда и не туда. Вот. Значит, у нас мы прошли еще одну волну и... видашечка. Можно было бы еще смотреть тех ребят, кого я призывал. Потому что я вот сейчас помню, что надо было сказать спасибо. А это дело не сделал. Не сделал, позор мне и стыд. Стыд мне, ребятки, стыд за такое. Стыд. Я пообещал, не сделал. Ну что ж такое-то. Ну, блин, память моя такая вот ветреная. Ну что ж такое поделать. Прошу понять и простить. И пощелить лайк, да. Значит, что у нас еще дальше испытание, значит, неопровержимые доказательства. Значит, против нас опять Хила и вся вот эта банда-команда, а мы нажимаем в бой. Получаем ништякосики и будем говорить спасибо еще одному игроку сегодня. Я сегодня скажу. Так, 32 это хорошо, ну 64, значит, у нас 64. ВДД-48. Вот как-то вот так вот, если я правильно прочел. Если неправильно, извиняй, но я думаю, правильно прочел. У нас болотный убийца против... против всей банды команды вражеской. Поменяли мы составчик и поехали. Поехали. Ай, как чешется. Не знаю, что-то мне чешется, ребятки. Но зело и зачесалось. Представляешь? Наверное, к победе. Наверное, к победе. Вот реально... к такой хорошей, хорошей победе. Потому что 64 волочок, 64 волочок, ты представляешь? Это ж надо сколько качаться. У меня, по-моему, 49 у меня пал. Что? Что, игра? Да ладно, ну завязан. Ну как такое возможно? Ну блин, у меня бровка почесалась. И все, и интернет уёк, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Не подключается он. Если он сейчас еще не подключится, то, наверное, все на сегодня. Потому что, ну, не знаю, видишь, что-то это. Возможно, я пройду без тебя. Потому что у меня команда собрана, и, возможно, он сейчас зайдет попозже. Ребятки, ладно, тогда не будем мучить тебя себя. Тогда на сегодня-то все. Спасибо Веду, да. Что он присоединился ко мне, но так и не удалось ему посражаться. Я думаю, мы сейчас посмотрим просто на избиение противников, но, увы, увы, что-то пошло не так. Что, простите, каким образом? Ну, вообще, она не должна запускаться на каком-то другом... устройстве, потому что играю я только с одного устройства. И я перед тобой, что-то здесь не клеится, ребятки. Взламывают меня хакеры, по-любому. Кто-то меня ломает, ребятки. Кто-то ломает меня. Ладно, так как мы ожидаем долго ответ от сервера, значит, на сегодня это, ребяточки, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, также не забываем подписываться на канал, поделиться видео с друзьями, а мы будем надеяться, что мой аккаунт не взломают, и следующее видео будет не за горами. На сегодня это, ребяточки, все. Всем пока-пока.